Самое удивительное для меня в России – это то, что я сейчас здесь. Где-то посередине между Москвой и Владивостоком. Я родился на Кубе. Мой отец был советский офицер. Когда Советский Союз разрушился, он вернулся домой в Россию. Он обещал забрать нас с мамой, но тяжело заболел. И через полгода умер. Меня назвали Иваном. Говорят, в России так все зовут. Мама рассказывала, здесь очень холодно, все пьют. Я работаю программистом, хочу создавать серьезные вещи. Хочу поехать в Америку. Там любят русских программистов. Я наполовину русский. Мама всегда хотела, чтобы я побывал на родине отца. Говорит, я стал похож на него. Поэтому я здесь. Хочу получить американскую визу. Кубе с этим сложно. Спасибо, дядя Игорь. Если не он. Теперь есть работа. Я смогу улететь в Нью-Йорк. А ты что, программист, да? А жопа у тебя сидеть не устанет? Найди себе нормальную работу, слесарь там, плотник или что там. Чтоб деньги зарабатывать, семью кормить. А ты херней страдаешь. Ну, вы знаете, что такое блокчейн, биткоин. Чё? Новый век, новый компьютер, эра, и вашей профессии будет не надо. Ага. Да. А дом тебе кто построит? Кто тебе дом построит? Компьютер? Мне построят 3D-принтер, печать, компьютер. Тебе не знаю. Слышь, пошел ты нахер со своими беконами и этими блокчейнами. Мудак. Что? Ты рэпер? Нет, а ты? Да, я рэпер. Ну-ка. Типа крутой отёжки нет, парень, ты не прав. Это русский рэп? Да. Плохо. Ванечка! Ванечка! Тебя мама зовёт. Давай, давай, это я не вам. Давай, 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 давай. Все, слыни, давай, давай, бегу. А вы чего тут один сидите? Ну и вот, эти маленькие скопления галактик, они остаются в одиночестве. Да. Вдали друг от друга. Это как бы мрачная, но все-таки романтическая перспектива. И вот через 2 миллиона лет эти галактики снова сойдутся. Да. Благодаря ихнему же сжатию. Да. Ну, мне сказали, ты программист. Ты скоро в Америку поедешь, да? Да. Круто. Да. А здесь чего делаешь? Здесь я делаю визу для Америки. Это в России проще делать, чем Куба. Ну и хочу понять, русская душа. Я же наполовину русский. Это заброшенная обсерватория. Вот эти звезды, они русские или американские? А? Просто звезды, не знаю. Ну вот мы все внизу делимся на своих и чужих, врагов и друзей. Посмотри на звезды.
Для них мы все равны и все одинаковы. И очень малюсенькие. На Кубе такие же звезды. Ладно, пошли. Это же затечет. Ну вот, пришли. У меня сегодня у брата день рождения, может, зайдешь, а? Поздравишь. Да давай, хорошие ребята. Мне утром работать. Нет, ты какая спасибо. Работа? Давай, 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 пойдем. Нет, пойдем. Нет, пойдем, нет. Они веселые ребята. Давай, давай, не бойся, давай, давай. Это Ваня. Привет. Посидели. У нас кто не играет, тот не ест. Сыграй чего-нибудь? Или тебе твой 3D-принтер сыграет? Ну давай, давай. Эмоции через край. О, для тебя. Че, свалить решил? Холодов испугался? Давай. Визу не дадут, возвращайся. Счастливо. Не забывай нас там, хорошо. Ой, слушай, я же это сам, я же тебе. Давай, давай, будешь нас там. Знаешь, что я сейчас чувствую? Что? Полный пи***ц. Это услышал.
Ну что? Как? Как не дали? Ване визу не дали. Да, хорошо. Ага. Мы тебя встретим, ага. Хорошо, давай, ага. Goodbye, America. Где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо, сыграй мне на прощанье. Твои запретные плоды.